Здравствуйте, это канал Максим Адзи, и это снова модный летсплей в Майнкрафте. Так, Андрей, ты в сумеречном лесу сейчас? В этой серии мы будем проходить... Ты нет. В сумеречном лесу, нет? Нет, я в обычный мир. Тогда давай спать. Ты пышился. Я дома уже, давай спать. Ага, сейчас иду спать. И хотелось бы, чтобы этот дождь надоедливый прошел уже. Ай, ладно, спи со мной, блин. Хотя я думал, ты к себе домой пойдешь. Ну там идти, блин, по этой лестнице сколько еще? Ой, подумаешь, мне-то тоже тут надо идти по лестнице. Кстати, на третьем этаже-то нифига нету, я ничего тут так до сих пор не сделал. Надо бы что-то тут сделать. Так, что я... Так, короче... светопыль мне нужна. Опа! Кремень. Тоже три штуки возьму. Палка. Перо где? У меня три пера. Так, я сделал три фокуса магической карты. Теперь надо бумага. А, тростник есть, возьми в сундуке. У меня, кстати, в сундуке где-то лежала бумага. О, у меня 39 штук ее. Обалдеть. Сделаем три карты. Сумеречного леса. Эти отложим одну в инвентарь. Чё, тебе лазурит так. Дать? Да, лазурита побольше неси сюда. 30 штук у меня его. Сколько есть, неси, все. Это столько и есть. А, ну, теперь я готов возвращаться в сумеречный лес и там искать Минотавра. Ты у меня картошку всю почти собрал, да? А, я ее в теплицу рассаживаю. А что-то в теплице тоже ничего, по-моему, не растет. А растет только вот в этом вот, где крыша есть. Ускорь просто рост ее, и все. Ну ладно, короче, я в сумеречный лес снова пойду. А я сейчас немного тут докрафчу стекла. Сделаю, поставлю, найду Минотавра и поставлю там точку. А, уже хорошо. И мы вместе идем. Лич. Сделаем. Так. Не, лучше не лич, а этот на кнаге. Может, там ближе будет. Ну-ка. Лабиринта Минотавра на карте. А, вот, есть один, вижу. Есть. Надо в ту сторону. Мне надо стать птичкой. Кто-то идет огребать. Не понял. Сегодня, да? А, это подглючило, я уже думал. Ворона может летать, я надеюсь. Нет, она не ползать. Лучше вороной стать, чем птичкой. У птички пол хп всего, а у вороны 5 сердечек. Так, судя по карте, нужно туда идти. Тут еще один замок сумеречного лича, или это тот же? Так. Ну-ка. Так, у меня есть пока 5 перьев, уже радует. А, блин, мне же кремния. А, нет, это не тот же, это другой уже замок. Лазурит набирал специально. Надо будет загасить, может его загасить тоже надо будет потом. Тут сумеречных личей полно. В плане загасить. Убить сумеречного лича еще одного. Не знаю, надо ли это или нет. Короче, лабиринт Минотавра я практически нашел. Это что такое, блин, двойная курица? Короче, курица в курице у меня тут. Лабиринт Минотаврок должен быть где-то здесь. Вот, я нашел его. Ставлю тут точку. Сначала становлюсь собой и ставлю точку. Присоединяйся, как сможешь. Ну, сейчас я хочу этих кремния добыть, чтобы у меня был лук. Со стрелами. Ой, что я делаю? Мне надо здесь же метку ставить. Минотавр. Отлично. Без тебя я не пойду туда. Там может быть опасно. Да что за издевательство? Ладно, пока тебя, короче, нету. Я карту дайте карту мне.
Я проникну в замок Сумеречного Лича и хоть сундуки там проверю. Может, там хотя бы Без будут меня не сундуки. начинать лучше. Но мы Сумеречного Лича одного загасили с тобой. А тут я просто сундуки посмотрю, но к Минотавру я без тебя точно не пойду. Зомби эти, блин. А, надо друида проверить, скелета. И у этого... что ж ты будешь делать-то? Возможно, у этого скелета друида будет подвал. Так я с другой стороны лучше зайду к нему. Ай, больно, 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 больно. Я задний проход у него дома пророю. Задний проход. А, у него есть подвал, да. Отлично, теперь их спавниться больше не будет. Тут есть железная лестница у него. О, еще друиды! Я застрял в паутине. И не могу вылезти теперь из нее. Жесть. Ладно. Хоть хорошо, что я домой назад не попадаю после смерти. А в аду почему-то попадаю. Так, отлично. Так, их спавниться больше не будет. Более-менее есть. Отлично, все. Проверяем эти сундуки. Так, сундучки. Это уносим. А, нет. Здесь есть сверкающий арбуз. Не знаю, что сверкающий арбуз нам дает. Слушай, а мы рыбу не ловили же с тобой ни разу. Ну да. Почему бы этим не заняться? Я надо не люблю удочку рыбалку. Сделать. Надо сделать удочку. Но в реальности я очень не люблю рыбалку. Для меня это как-то скучно сильно. Да, но здесь это полезно. Здесь бы это реально пригодилось. Я соберу лестницу железную. Может пригодится. Я хоть раз использовал эту лестницу. Не использовал, но надо найти применение для нее. Так, это убрать, это в Будет. Сундук, это тоже в сундук убрать. Так, блин, надо так убираем стол. Ковры, может пригодятся. Вот заборчик точно не пригодится, я его выброшу в огонь. Заборчик нам бы пригодился бы, как дрова. Так, здесь, вот здесь этот... О, а тут структура подвала-то другая. Надо вскрыть стену и это проверить, может там проверить наличие динамита внутри. Погоди, стой, без меня не начинай. Я уже начал, тобой, извини. Погоди. Подожди, ну погоди ты, блин. Меня обожди. Я сейчас буду, буквально пара минут. Буквально пара минут здесь я нет, буду. Здесь нет динамита. Сколько тут еды. Меня обожди. Ладно, проверь тот сундук. О, сколько жрачки. Жрачка. Молоко пригодится. Это точно выбрасываю, это тоже не нужно мне. Это надо. Опердстоун. Это точно Опердстоун. Полно. А это все, а остальное еще пригодится. Угу. Пузырек воды нужен. А здесь с ифритом не очень-то желательно быть, потому что... Потому что дождь? Тут дождь часто идет. Который ифриту во вред будет. Я знаю. Но я же сейчас, погоди. Так, ну нам не, к личу надо, нам надо... Опа-на! Чего? А, лазурит ты нашел. Ну да. Я именно поэтому сюда в таком облике прилетал. Так, да. Нефть, чок, когда к Минотавру пойдем? Погнали сейчас, что нет? Я тпшку, короче, на метку Минотавр. Ой, что я же, куда я нажимаю? Алмазный меч у меня есть. Dance now. Давай тпшкой себе ко мне. А, это лабиринт у него такой? Да, надо спускаться туда вниз по лиане. Ладно. Все, слушай, я буду оставлять факелы, чтобы не потеряться, ладно? Обязательно, да. Ладно, ты пойдешь туда, я в эту сторону. Факелов у меня, кстати, немного. Ой, а это что за паук? А, это пещерный паук. Впервые его встречаю, кстати.
Это тот паук, который ядовитый. Это что? Там динамит, что ли, где-то? Там динамит где-то был, что ли? Да, закладывают некоторые. Да, я помню, там сундуки с динамитами есть, с ловушками. О, тут факелов можно много собрать. Так, я, пожалуй, соберу их. Они мне пригодятся очень сильно. Окей, сейчас будем их мучить здесь. Здесь минотавры есть. Я думаю, ты знаешь, кто такие минотавры. Поверь, я уроки истории посещал. Тело человека и голова коровы. Бука. Они враждебные существа в этом мире. В этой вселенной, в Майнкрафте. Так, ой, сколько монстров. Тут это еще, это что еще за жук? Слизневый жук. Ай, 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 ай! Что ты кричишь-то? Минотавр так быстро бегает. Ну да, он не такие быстрые. Мне кажется, мы зря разделились с тобой. Ай, блин, больно. А ну иди сюда, маромойка. Кстати, тут еще где-то есть такой жук, который может тебя схватить. Изи фарм. Так, лава. Посыпало здесь. Ой, аккуратненько сейчас пролетим. Блин, они очень больно бьются, и они быстро бегают. Ай, да что ж такое, вы задолбали ко мне подходить. Ну идите ко мне, по одному, блин! Когда красные глаза, он начинает очень агрессивным становиться. Так, здесь ничего нету. Мы дойдем до главного минотавра, нет? Дойдем, я думаю, дойдем. Он где-то в самом низу, наверное, во, в подвале. Слушай. Я в блоке застреваю, почему-то, когда все время спавнюсь, получай. Получай, парень в трусах и головой минотавра. Головой коровы. А какой уровень? Уровень 20. 27. Ну, не. То есть эти блоки не сломать? Какие? А, то есть таким методом вниз не попасть, да? Как я хотел изначально. А, ну да, но тут где-то, тут надо спуски где-то искать. Тут же не все так просто. Так, ну это факела вход. Тут стоят. А, я тут где-то и сдох, кстати. О. А, нет. Нет, это не я, это ты ходил сюда. Ну иди ко мне, он еще и застревает иногда. Ай, больно. А это он на... А почему он на месте бежит? Он... А, тут еще и крипер, что ли, был? Да, я что-то крипера не увидел. Багает. Да почему я в блоке постоянно спавнюсь, как это? Вот факел надо поближе ко мне поставить. Мясо минотавра надо... Вот это, короче, выбрасываю дело. А я тут немного накопал нужных ресурсов. Если где-то найдешь спуск вниз... Маромойка. Если найдешь спуск вниз, где-то сообщай. А, жук с клешнями, но я его нашел, Макс. Я его нашел, жук с клешнями, я его нашел. Оранжевый такой маромойка. Жук. Оранжевый такой, да? Да. Маромойка. Короче, если найдешь где-то спуск, сообщи мне. Ну, я сам тоже ищу его. О, тут сундуков очень много, надо их проверить. Ладно, я этот проверю. Здесь нет сундука. О, поножи из стальных листьев, ничего себе. Мясо минотавра дало, а это не нужно. Слиток железного дерева возьму, наверное. А это что такое? Ох, вафли, ничего себе, вафли тут есть. Кстати, это плюс... А, если эти штаны более надежные, чем из простого железа. А, это начало. Такое, это самое начало. И, по-моему, я... Ой! Ой, жук с клешнями. Где может быть спуск-то? Где может быть спуск-то? Макс, иди сюда, я в какой-то... Они на меня идут вообще или на кого? Хорошо, хоть я могу убивать жука этого, когда он меня несет. Бляха-муха.
Это что такое? Где спуски-то, ё-моё? Мне нужно найти проход вниз. На этаж ниже. Ай-яй-яй-яй. Где-то должен он быть. Не поверишь, но я не могу найти тоже. Надо. Где-то точно должен быть. Это лабиринт. Я знаю, что это лабиринт, но я не могу его найти ни шиша. Так, вот здесь я не был. Вот здесь минотавров очень много. Так, вот здесь сундуки снова у нас. Надо их обшарить, пока минотавры не пришли. О, шлем прикольный есть. Ай, блин! Крипер, зараза какой, а? У меня полсердечка осталось. Мощно. Ай, блин, дерется. А, это ты. Тут прикольный шлем есть, я возьму его. А, один оставлю. Блин, я тупо кругами летаю. Оба, Макс. Здесь какой-то три? День новый нашел. Плюс три тоже, да? А, ладно, просто оставлю тогда его. Ну где-то же, блин, кончается этот проход. Так? Да, но где-то именно он есть. А, ты тут уже все. А, или тут. Подожди, мы тут. Макс, иди ко мне, тэпайся. Макс, ко мне тэпнись. Сейчас. Я, кажется, проход нашел. ТП, никуда не уходи. Андрею. Пи 2018, блин. Это, короче, спуск вниз еще один. Понятно. Да. Значит, надо здесь точку поставить. Так, ну чё. Я дальше полетел так же без... Второй этаж. Чтобы нам заново не искать его потом. Блин, опять этот жук сраный, зеленый. С каких это пор... Внимание, сейчас, возможно, будет взрыв. Слиток железного дерева заберу, золото, яблоко стрелы надо, песка тоже надо. Там есть грибы, это не то. Тут есть сундук, и есть у меня подозрение, что в нем находится динамит. Надо проверить его. Ого, факелов тут много. Да стой ты, проклятая зеленая хренотень. Кто стреляет по мне? А, это ты. Это я. Это снова я. Собираем факела. Блин, напугали. Где-то тут... Где тут был этот сундук-то, в котором вода была? Или, ой, решетки. А, ты уже сам копаешь. Слушай, давай, может, стену вскрыть стоит. А зачем ты обратно закопал? А там ничего нету все равно дельного. Уже. Так, что здесь еще может быть? Нафиг мне эта слизь нужна вообще. Да хрен с тем. Так, может, молоко нафиг? А молоко нам надо? Нет вообще, как думаешь? Не знаю. Я его укладываю. Здесь ничего нету. Я его не буду брать. Здесь тупик. За грибами тоже ничего, я так понимаю, нету. За здесь грибами, тупик. Да, ничего нету. Так, надо здесь... идти туда. А, надо здесь... идти, короче, туда, где темно. Ой! Жук. Этот жук еще и огнем ды. А, это огненный жук. Это не жук с клешнями. Ай, открыли? Блин, больно. Я горю. Нифига, ты, конечно, отхилился так этим звуком. Ну да. Макс, звук я, такой. Кажется, куда-то нашел проход. Ой, я тут крипер. Ну да. Макс! Ой! Ой. Давай, ты его еще, блин, взорви нафиг. А, тебе повезло. Здесь сундук пустой, если что, я уже проверил его. Тут пустые бывают, что ли? А я уже, потому что обшарил его. Слизень. А это причем не простой слизень, это лабиринтовый слизень. Ну, впрочем, он кроме внешнего вида от обычного не отличается ничем. Столько же ХП, те же самые функции. Что здесь? О, Макс, здесь вообще изобилие жуков. Нифига себе, у тебя там сколько этого только что было. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Меня минотавры окружают.
Минотавры не такие уж и опасные, кстати. Быстро бегают, но, блин, их много что-то. Они же меня сейчас убьют. What is this? Хорошо, что инвентарь у нас сохраняется, иначе мы бы с тобой хрен бы это вообще прошли бы. Ты ко мне сейчас не тэпайся, потому что будет жестко. Я тэпэшнулся на Let is this. Больно бьются, заразы какие. Блин. Стой, иди сюда, я тебя убью. Говно ты сраная. Ай! Напугали. Да что ж такое, а никогда не закончится, нет. Там спаунер, наверное. Так, это, наверное, в ту сторону. Спаунер где-то тут, наверное. Огреб, да? Тут спаунер, да. В ту сторону, где я огреб. Вот, спаунер, надо сломать его. Ай, а, блин, да что ж ты будешь делать, а? Так, ну ладно, я осветил его, может они не будут появляться при свете. Ой. Хотя лучше, конечно, уничтожить его на всякий случай. На, нафиг. Обалдеть, их сколько тут. Взрыв бы тут не помешал, конечно. Макс, у меня динамит есть, у тебя есть чем поджечь? Нет. У тебя есть чем поджечь? Нет, я говорю. Ладно. Два раза сказал. Я просто один раз спросил, и все у тебя. Да, но... Два раза. Это, короче, ту стадо, это стадо надо ликвидировать. Ликвидировать? Ну да. Не шиша их тут. Потому что они уже заколебали убивать. Этот сундук не вскрывался случайно? Нет. Походу. Вот у нас тут. Так, по ножи. Есть у меня уже такие листья. Наверное, стоит, пожалуй, взять. Ладно, возьмем. Ладно, землю давай тогда. Что у нас здесь? Я нашел босса. Так, погоди, ты где? Это Гриба Тауэр. И что рядом с ним вижу? Какой-то сундук. У него хп до хренища. А, и да что ж ты будешь? 120, что ли? 120. Ничего, рано или поздно убьем его мы. Да что ж такое, я задолбался в локи спауниться постоянно. У него алмазный не просто топор, а какая-то другая текстура у него. Ой, а что это взорвалось? Ты убил его, что ли? Да. И что с него выпало? Ты голову взял уже, что ли? Блин. Да. Стой, блин, козел, ты все сундуки только за меня не проверяй. Что в этом сундуке? О, железа много. Железа много, это радует. Надо что-то выложить. Вот слизь мне вообще не нужна. Ах ты, блин, железо уже воровал. Ого. А проверь, сколько меч тут урона сносит? А, меч? Сколько какой? Написано? А, 6. 6. Как железный. Не сильно это прикольный меч. Так, голову Минотавра мне отдашь потом. На, забирай ее, вон она. Я ее надену, а потом отправлю это к себе в коллекцию. Нагрудник, кстати, сколько? 8 брони. О! А, ты на грудь. Меняем броню. Поножи есть какие-нибудь здесь вообще хорошие? Поножи там в сундуке были из листьев. Кто взорвал, чё? Крипера два взорвались тут. А ну уже хоть проход открыли дальше. Вот слизневого жука мы вынесли вообще на изи. Да потому что крипер бомбанул его частично. Да ёп! Сдохни, газел ты. Хрен. Так, здесь что? А, здесь тупик. Так, слизень. Блин, как мне я мог слизневый... А, это слизневый жук меня убил, а не слизень.
Я, в принципе, предлагаю покинуть уже этот лабиринт. Так, вот это выбрасываем, а мясо пригодится. А разве мы все босса прошли, что ли? Да. Это что, все, что ли, было? Да. Ящик. С него же выпала голова. Значит, это босс был. Скучно. Как-то. Ну да, надо посмотреть. Я ждал больше экшена. Следующая гидра, по-моему, если я не ошибаюсь. Давай искать гидру. Давай искать гидру следующей. Она есть на карте у меня. Рядом с Минотавром, кстати. Мне надо ТП-шнуться обратно на точку. Так, удаляем эту метку. Не нужна уже. Минотавр. Судя по карте, идти надо в ту сторону. Ай-яй-яй-яй, тону. Да, стать человеком лучше. Опа-на. Так, судя по карте, до гидры немного совсем. В этой серии гидру тоже замочим. Тут есть заяц, у которого 3 хп всего. Ох, нифига, сколько тут лазурита, слушай. О, вот гидра. Гора. Сейчас я лазурит насобираю здесь. О, это медная руда, что ли? Прикольно. Блин, да вообще инвентарь забитый нафиг. Железная дверь пригодится, я думаю. Вот что бы выкинуть. Что бы мне, да ну его, короче, этот, выбрасываем его. О, у меня уже она появилась, как босс. Оба! Ай! У меня тоже. Ой, эта земля жарит. Вот лава. Надо как-то обходить, эта земля жарит. Но я не вижу, где она. Так, ты ко мне ТП-шкайся. А, ты где здесь. Где гидра-то? Где? А за горой. Внутри горы этой. Тут земля жарит. В старых версиях земля не жарила это. И тут где-то... Тут из некоторых блоков земли может выпасть это. Чешуя. Чешуйница. По-моему, это... Случай... А если поножи сделать? А если поножи... У меня нету поножи. Если сделать поножи... О, я нашел эту гидру, Макс. Я первым нашел ее. А, ты имеешь в виду, увидел прямо ее уже. Надо да. Так сделать. То есть, дострелял ей по барабану, да? Макс, это жопа будет сейчас, значит. Мне надо... Короче, настрелял ей плевать. Ну да, ей мечом ее надо. Ой, за что я сделал? Я хочу сделать поножи и проверить, и будет ли меня жарить с поножами. Ай, блин. Тысяча! 1000 хп. Справимся. А почему у меня показываются блоки? А, потому что ты убил этого Минотавра. Ого. Минотавра ты убил, а мне это не, а мне недоступно. Мне надо убить этого. Обалдеть, мне надо еще один Минотавр. У меня недоступна гидра, я не могу убить ее. Потому что Минотавра того ты убил. Минотавр убил ты, тебе она доступна, мне недоступна. Мне придется еще один лабиринт Минотавра искать. А, тут, ну, тут их несколько. Я сейчас... Мне, нет, мне так это не годится. Это нечестно, я сделаю креативный режим себе. Кошмар. А как... Один. Надо это, настройки... Где здесь настройки? Мне надо, чтобы точки смерти зачем? Было видно. Зачем их видеть-то? Че зачем? А потому что я не знаю, где гидра. А, ну там надо... Ну ты должен был там точку поставить. Ага, ладно, должен был подожди, точку я поставить. Сейчас... еще одного гриботавра убью и... И присоединюсь к тебе с гидрой.
Но мне придется в креативном режиме убить его, потому что... Ты зачем ко мне тпшнулся? А что мне делать, что? Тебе Так, нельзя оба, что участвовать в такое? том, что мне сейчас убивать этого... Какого гидротавра? Не бойся, Грибо-тавра? участвовать не буду. Только что ты... Он должен быть здесь, но его что-то нету здесь. А, вот он. Ладно, я иду отсюда. Грибо-тавр. Хренотавр. Ой. О, я его Ага, вон нашел. куда, ребятки. Я вот сейчас. У них баталия, вопрос, кто кого победит. Так, 8. Ах ты Отлично. ж, жук. Че, все что ли? Ну да. О, тут динамит Че, все есть. что ли? Победил его? Ну да, я же в креативном режиме был. Динамит, кстати, собери. Да ну этот шлем. Фух, да, динамит. Сколько мы уже эту серию снимаем? 2:31 минута, но на гидру должно хватить. О, нагрудник прикольный. Я возьму его. Интересно, А, я в креативном сможем ли мы режиме гидро же. одолеть вдвоем? Да, но вот это вот нечестно, что тебе доступно гидра, мне недоступно. А я возле точку-то возле нее не поставил. Ты чё, к Так. гидре ты пошёлся, что ли? Нет, я пошелся к тому лабиринту Минотавра, потому что тут рядом гидра возле нее. Цикада, опять это шуршит. Ладно, теперь она мне доступна. Ай, больно. А, это из земли такое выходит. Так, мне надо гейммод 0 поставить. Ну это, я использовал креатив, потому что это было нечестно. Не, чего? Она все равно мне недоступна. А как? Почему? Что за глюк такой? Это глюк, что ли? Это глюк или что? Фиг знает. Я не могу подобраться. Это Может звездец. быть, меня земля жарит, потому что мне нельзя к гидре идти. Не знаю. А если попробовать не в голову, а в тело? А, то есть такая же песня, да? Мне не подойти к этой земле, она меня жарит. Из-за того, что мне нельзя якобы к гидре пойти. Да ёп... Это глюк какой-то вообще. Похоже, гидру тебе одному придется убить. О, а вот эта штука прикольная, надо взять. Гидру тебе самому придется бить. Так, креативный режим придется опять задействовать, а Боже, я это очень помогу. сильно сложно. Это Ну-ка. сложно. Да бред какой-то просто, я не понимаю. Как это может быть? Что за глюки такие вообще? Ладно, вместе с тобой бью ее. Бессмертный. Креативный режим придется использовать, потому что, ну блин, ну это глюк какой-то. Ну это глюк. Какая внутренняя комната есть. Ну это глюк такой, ну что я могу поделать? Ай, нифига она жжёт. Нифига она жарит, А, я не могу маха убить ее. практически. А, нет, могу, подожди, или могу. Нет, она не получает урона от меня. Только ты убить можешь ее. Боже, это очень долго сейчас будет. Только ты это можешь сделать, только ты. Мне бы... А у меня, я не могу, у меня глюк какой-то.
Ой, я не понимаю. Вот не дай бог со следующими боссами так... Вот, а мне же следующий босс тоже будет недоступен. У нас... этот... тролли, по-моему. А мне недоступны тролли. Ладно, мне, наверное, потом за кадром надо будет самому в режиме выживания убить этого большого минотавра. Гриба-тавра. Может быть, тогда я смогу. О, вот эта штука классная. Надо ее открыть. Блин, а я забыл, что у меня креатив. Опять. Но эта штука прикольная. Надо собрать ее. Выбрасывать вообще почти нечего. Да ну это мясо, короче. И кремень тоже. Кремень лучше складывай. Нет, я его уже выбросил. Мне для стрел нужно. Я выбросил уже его. У меня инвентарь полностью забит. Мне вообще нечего. Просто. Я эту штуку хочу взять. Давай, прошу тебя, убей его. Мне его убить нельзя. Она не получает от него урона совсем. Считай, половина, вот она есть. Хорошо, хоть этот блок собрался. Да, это реально глюк какой-то. Я не понимаю, как это вообще. Вот как? Как это? Я просто не понимаю. Как она ХП восстанавливает? У нее голова вырастает новая, и вот и восстанавливает. Ай, ладно, возвращаюсь. Как же мне это сделать, ладно, блин, отчаянный возвращаюсь, короче, домой. А ты бей гидру пока. Нафиг это. Будем потом вместе, значит, проходить. Я не могу одного. Ну а я тебе ничем тут не могу помочь. Вообще ничем. Это глюк какой-то мне не дает. Надо пройти туда. Я в режиме выживания. Мне кажется, мне в одиночку надо без тебя минотавра убить большого. Боже, как же это сложно. Только ты можешь убить этого. В одного не успеваешь, ни шиша вообще. Да. В одного надо ее и убивать. Беру это. И еще бегать вокруг нее. Этой гидры. Пока поставлю трофей этот в комнату с трофеями. Ну, уже неплохо. Неплохой лут, я бы сказал. Здесь лазер здесь. О, да. Короче, ты не стал бить. Надо, короче. Так я не могу его, блин, вынести никак. Да. Короче, мне без тебя надо в одиночку минотавра убить большого. Мне кажется, так оно может сработать. Ну, фиг знает, попробуй. А у тебя ведро славы есть? Не знаю, может быть есть. По-моему, где-то было у тебя ведро славы. У меня 7 ведер только каких-то есть. Жаль, только. Мне, короче, надо 2 ведра славы, мне надо, чтобы было. Так, просто... давай поспим, потому что... Я 2 ведра возьму, поспим. Да. Так, блин, надо еще в доме перестроить лестницу, если никак руки не доходят. Да, у тебя так, какие-то другие постоянные дела там. Я сплю уже. А, так, вы не можете спать, потому что вы трансформированы. Да, стань человеком назад. Готово. Спим. Ну, отлично. Так, мне нужна лава. Мне надо сходить в ад, чтобы взять там лавы. Я так не понял, что ты забыл? А, это вход в ад же, точно. Так, карьер встал, перегрев, скорее всего.
либо топливо кончилось. Варианта два. Даже а что, перегрев может случиться? А ты что, не знал? Нет, конечно, я не. А, перегрев, я вообще не спец в этом моде. Накачиваем опять воду. Давай, ну поступай водичку. О, вода уже поступает. А кифрит? Кое-какую фигню сделать. Я пока кактус собираю. Кошмар. Попробуем. Чё там делаешь уже? Да ничего. Блок один хочу проверить. Ох ты, уже нормально так красителя есть. Так, ждать надо его. Вот сколько именно ждать, я не знаю. Двадцать пять уровень у меня, блин. Ты видел, кстати, это в новой версии добавили археологию, типа подозрительный песок и гравий есть. Нет, не видел. А я вот да видел. Хочу потом на новую версию перейти, посмотреть. Так. Ох ты, нифига себе уже сколько кактусов есть. Твои ставки, сколько я сейчас кактусов насобираю? Да не знаю, стака, наверное. Нет, стака, нет, там не может быть стака. Стака 2, может. Ну ладно, сейчас дособираю тебе. Воу! Че ты орешь так громко? Ты пропустил это зрелище, к сожалению. Че там было, ты можешь объяснить? Огненный фонтан. Итак, итого. Ну. Блин, ну вот, ну ни о чем. 3,5 стака всего лишь. Хватит копать. Ой, опять ты, блин, там. Ты пропустил все зрелище. Так, а песок-то я же с собой притаскивал, по-моему. А чё тут? Блин, а чё, песчаник. Оно забрало, что ли, всё-таки? Ладно. О, песочек. Стоп. А песчаник можно в песок превратить же, да? Нет, по-моему, нельзя. А. Нет, нельзя. Ну, естественно, нельзя. Песчаник нам не нужен вообще даром. Короче. Отсюда огненный фонтан пойдет через некоторое время. Зачем? Надо подождать. Да так, для зрелищности. Я этот блок из гидры. У гидры, короче, украл. Из того места, где она вор. Там живет. Вор. Вор. Воришка. Так. О, смотри. Ну и чё, ну огненный фонтан, а чё? А, обалдеть. Ещё, что ли? Да. Для меня это скучно было. Как жаль.
Блин, одно, к сожалению, оно, к сожалению, не бесконечное. Ну и хорошо. Заправлять ее надо со временем. Ладно, потом с этим разберемся. А пока закончим серию, 45 минут уже, блин, прошло. На сегодня все, с вас Эйкос Мощно. подписался, с меня эпичные, с нас эпичные видосы. Я постараюсь разобраться, как бы мне получить доступ к Гидре. Потому что это какой-то глюк вообще непонятный. Короче, подписывайтесь на стримерский канал, влоговый канал, на этот, ступайте в ВКонтакте, всем. Пока.